Причиной ДТП на улице Кирова, где водитель такси на круговом пересечении с улицей Комсомольской врезался в металлическое ограждение, могло стать резкое ухудшение самочувствия таксиста. Об этом сообщили в областном ГАИ. Вот эти кадры, сделанные очевидцами. Предположительно, водителю стало плохо, в результате чего он потерял управление своим автомобилем и на кольцевой развязке поехал прямиком на тротуар, где столкнулся с забором. Пассажиров такси не было, водитель умер до столкновения, о пострадавших пешеходах не сообщается. А это столкновение заставило изрядно понервничать пассажиров уже маршрутного такси. Трактор, выполнявший работы по укладке тротуарной плитки на улице Советской, зацепил машину ковшом. По словам очевидцев, водитель стал сдавать на проезжую часть задним ходом. Далее последовало столкновение. К счастью людей, которые ехали в маршрутке, трактор ударил ковшом по кузову, а не по боковому стеклу автомобиля. В обстоятельствах ДТП разбираются инспекторы ГАИ.